27 сентября во всем мире отмечают День туризма. Этот праздник был утвержден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации с целью пропагандировать путешествия, развивать связи между народами и улучшать экономику стран, в которые ездят туристы. Съемочная группа телеканала «Волгоград-1» вышла в центр города и спросила у жителей и гостей, любят ли они путешествовать и куда в основном ездят. Давно куда? Азия, Россия. Часто? Сейчас уже реже. Да. А как-то санкции повлияли? Может быть, стали побольше ездить куда-то в Россию? Ну, разумеется, конечно. Да, еще с пандемией. По городам России. Может быть, какой-то город вам очень запомнился? Да, каждый по-своему примечателен. Выбрать конкретный город не могу, например, все они. Последнее путешествие было в Кисловодск. Был тур выходного дня, поэтому собрались с компанией, всеми семьями и посетили это славное место. Я по России люблю ездить. Я очень мало где был в своей стране и очень хочу ее побольше увидеть. В Москве был, в Петербурге был, был на Черном море, в Крыму был. Очень хочу съездить в Сибирь, на Дальний Восток, на север куда-нибудь. Вот эти края я еще вообще не посещал. А у меня есть товарищ, который путешествует по России на катамаранах. Вот очень хочу вместе с ним побывать где-нибудь там в таких местах. На Урале, в Карелии, еще где-нибудь. Вот. Я бывшая туристка и сейчас путешествую. Вообще я в молодости всю Карелию на байдарках проехала и Мурманскую, я с Архангельска сама, потому что. А здесь вот мы в прошлом году путешествовали по Волге. Мужа к этой категории не относимся. Мы любили путешествовать, но это уже все ушло. Нам удалось опросить и несколько туристов, которые приехали специально в Волгоград, чтобы посмотреть наши достопримечательности. Везде ездим. Только что вот из Абхазии. А вы откуда приехали? Из Абхазии. Что хотите здесь посмотреть? Достопримечательность? Ну, центр и Мамаев-Курган. Первый раз? Нет, не первый. Ну, первый раз не получилось посмотреть, только Мамаев-Курган чуть-чуть проездом, потому что были. Вот. А сейчас специально сюда приехали? Сейчас специально, да, на день. Да, мы всегда путешествуем, в основном за границу. А как-то санкции повлияли? Ну, может быть, стали больше по России путешествовать? Ну, сейчас, да, мы по городам путешествуем. Последний раз ездили в Йошкар-Олу, там очень классная набережная, нам понравилось. Ну, вы вообще с Волгограда, да? Нет, мы из Тольятти. А здесь что, уже успели посмотреть? А мы проездом. А, ну, в принципе, там, ну, вовсе, да. Мы, кстати, туда сейчас как раз и идем. За последние несколько лет Волгоград стал центром притяжения туристов. Специально для них было разработано несколько экскурсий по разным маршрутам, от патриотических до путешествий по Волге. И несмотря на то, что сейчас гостей гораздо меньше, чем было летом, Волгоград имеет большой туристический потенциал. А сами местные жители предпочитают путешествовать по России, чтобы посмотреть все красоты своей родины. Анжела Умбетова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1».